привет, меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра. Сегодня день свадьбы моей сестры двоюродной, и я думаю, что вы, наверное, все, кто смотрели мое предыдущее видео, наверное, сейчас находятся в небольшом шоке, потому что я делала целых два видео, которые были посвящены моему зеленому платью, которое я покупала с таким рвением, делала видео, но сейчас вы видите на мне платье совершенно другого цвета, розового. Как это получилось? Вчера после работы за 1 час до закрытия магазина я просто пошла туда, потому что мне нужно было купить продукты. И так, знаете, мимолетом прошвырнулась по магазинам, которые там одежда, да, находится. И увидела вот это вот розовое платье. И для тех, кто смотрел мой влог номер 1, моей целью было купить как раз-таки платье розового цвета в пол. Я когда увидела это платье, у меня, конечно, сразу наступило такое небольшое отчаяние. Я подумала, блин, где я была раньше, почему я его раньше не видела. И, конечно, я его решила просто померить для себя. Так, чтобы, может быть, думаю, что оно посмотрится плохо, чтобы уже, если что, не расстраиваться лишний раз. Но я его померила, смотрелось оно обалденно. И в итоге я, блин, не сдержалась и его купила. Поэтому сегодня, в день свадьбы, я на самом деле выступаю в розовом цвете. Мы сейчас будем принимать участие в такой процедуре, которая называется выкуп. Очень интересно, конечно же. И мы все находимся в предвкушении. Витя, мне показалось, что что-то тихо ты поешь, ты, может быть, горло бережешь. Может быть. Ты нам денежку давай и по новой начинай. Хорошо выполнял. Мы теперь не боимся отдавать твою руку нашу дорогую невесту. Угу. Так что ты теперь ее сам ищи. А? Точно она? Пощупай. Она? Пощупай, да. Настя, это ты? Она, вижу. Она. Ну все, давай, забирай. Витя, после всего... Я чувствую, мы на ютубе подходим. Я согласна. Я даже за. Конечно, такие красавцы. Мы уже пришли в ЗАГС. И сейчас мы будем проводить... Ну, не мы будем проводить, а там будет проходить торжественная церемония. Мне кажется, мой букетик смотрится очень в гармонию прям с платьем. Такое волнительное событие. Так что невеста красавица, жених красавец, все красавцы. И у всех настроение приподнятое, все очень радостные. Так что вот так вот. Свадьба, конечно, да, это очень классное событие. Мы сейчас едем на фотосессию с молодоженами. Невеста, да? Залезает в машину. Невеста залезает в машину, потому что невеста... Не невеста, жена уже. Уже жена, уже не невеста. Надо упаковать. Не так просто с таким красивым свадебным платьем, не так просто залезть. Сейчас я вам покажу, как машина украшена. Вот это свадебная машина. Мне достался свадебный пока что. Он мне еще не достался. Может быть, достанется, кстати, кто знает. Вот так вот красиво машина украшена. И мы сейчас едем на... Мы едем на фотосессию. Делать фотосессию с молодоженами и со свидетелями. Но пока что нам сказали подождать в сторонке, потому что мы вроде как не нужны. Можете посмотреть, какой красивый у нас там пейзаж открывается. Я не знаю, если мы вообще понадобимся на фотосессии, но это, по крайней мере, лучше, чем просто тупо ждать. Фотосессия займет 2 часа где-то. Поэтому мы, я надеюсь, тоже попадем в кадр. 2? Да. У нас свидетели, брат, сестра и... Илья. Илья. Просто Илья. И просто Илья. Ты же свидетель. Ну. А мы тут остались пока что и ждем, что будет дальше. Может быть, наше участие тоже кому-нибудь понадобится, может быть, нет, я не знаю. Море сегодня очень спокойное, вы знаете. Вы знаете, какой один из самых больших плюсов сегодняшнего дня, это то, что нет жары и то, что нет дождя. Потому что если был бы дождь, это было бы сразу дизастер конкретный. Если была бы жара, конечно, у всех бы все поплыло и тоже было бы все не так красиво. Поэтому сегодня все окей, все красивые, все хорошо сохранились. Здравствуйте. Привет. Иван. Анна. Иван пойдет первый раз. Мой двоюродный брат, мой блог. Блогпост. Я уже попадал только заочно. Когда? Про меня всякие гадости там рассказывали.
Что-то я такого не припомню. Шамада? Он не там был в том числе, он же может быть. За них. А за них пойдет купаться. За Фатой поплывет. За Фатой. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела. Давайте и плясала. И мы знают. На этой свадьбе вталисли. В широкой этой свадьбе было место мало, и неба было мало, и земли. В широкой этой свадьбе было место мало, и неба было мало, и земли. И вам хорошо, и нам везет. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. И мы на этой свадьбе вдаль неслись. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Когда накачаете, пустите меня. Вначале я... Это музей. Музей природы, мне кажется, так он называется. И мы буквально находимся в середине леса. Здесь очень красиво. Можете посмотреть сзади меня домики. Домики, есть качели. Его там вот снимают молодых сейчас. Скоро мы пойдем на банкет. Очень так тихо, тише, да блазь. Да блазь. О, смотрите, я и невеста женихом. Посмотрите вдвоем туда, на эту постройку. Как раньше люди жили в длинных платьях в средние века, там, и когда это все было популярно, потому что это настолько тяжело. Постоянно нужно его поднимать, потому что подол постоянно пачкается. Это прям, знаете, целая история. Но это, конечно же, безусловно, очень красиво, мне кажется, это того стоит. Этим то хозяин, зря сказал, Настя пошла в золотой. Ребят, надо там самим хлеба. Мы сейчас в банкетном зале. Уже где все будет торжество происходить. Можно посмотреть, какая здесь рыба, какие здесь явства есть. Очень красивый зал, очень красивая атмосфера. Вон я там где-то в зеркале нахожусь. Я решила так заснять, пока все такое, знаете, красивое. Пока что еще ничего нигде не разлили, ничего нигде не замазали. Потому что часто бывает так, что потом постепенно хоп, и все. Ну, уже не так красиво, все не так смотрится, как в начале. Конечно, все выглядит очень роскошно, очень богато. Так мне очень нравится оформление с красными лентами. Мне кажется, это очень красиво смотрится. И нам с погодой, конечно... повезло, потому что у нас вот только-только начался дождь, и мы как раз успели сделать фотосессию вот в лесу, потому что успели буквально в последнюю минуту, потому что потом ливануло так конкретно. Но сейчас дождь прошел, так посвежело, и хорошо, потому что когда очень жарко, тоже тяжело на самом деле. Так что посмотрим, что у нас тут будет, какие конкурсы. Не знаю, на самом деле, как у меня много получится вам снимать, потому что, ну... потому что гости не все хотят, тут уже громкая музыка, не все хотят на камеру говорить, не все хотят на камеру улыбаться, поэтому пока будут моменты, конечно, буду стараться вам записывать. Вот так вот. Тоже есть шарик. Где он там? Вон он. Мы идем на пляж. Юрмале, Юрмало. Вон там впереди молодожены идут. Новоиспеченные Витя с Настей и шарики тоже. Там концертный зал Дзинтери. Там идет маленький Леонард. Как вы себя чувствуете? Отлично. У них аж целых 3 шарика они отхватили. Да, и цветные диоды у нас. Ай, цветные диоды. А, я даже не заметила. Вообще классно. У вас сразу видно будет. Да. Готовы шарики запускать? Да. Угу. Супер. Готовы. Погода хорошая, слава богу, нет дождя. Дождь закончился.
достаточно тепло, я боялась, что будет холодно, но очень тепло. Классная погода, очень приятно, потому что такой классный вечер, романтический. Витёк, Витёк! Раз, два, два, три, три! Звезда! Всегда желает, чтобы их дом был полный чаши, полный процветания, достатка, любви и согласия.